Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про интересные акции, которые актуальны для спекулятивной торговли. Ну, общий фон рынка, как вы видите, благодаря индексу S&P 500 сейчас, скажем так, негативный. Индекс идет вниз, и крупные компании, скажем так, теряют в моменте ряд своей стоимости. Поэтому нам сегодня в первую очередь будут интересны продажи спекулятивные и, в частности, определенная компания. Для спекулятивной продажи сегодня мне интересна компания с тикером FSLR. Это компания First Solar, американская компания, производитель модулей фотовольтаники и занимается обеспечением оборудования для заводов данного профиля. Но если говорить проще, то солнечные панели и то, что с этим связано. Основана была в 1900 году Гарольдом Макмастером и с тех пор успешно развивается. Сегодня же мне интересно вот что от нее. Так называемый ложный пробой одним баром относительно уровня, образованного вот этим баром по цене 126.17 относительно этого хая. Мы видим довольно-таки хороший сигнал для продажи. Подход с поджатием. В то же время был ложный пробой и главное закрытие, цена закрытия вчерашнего дня ниже его открытия. Открытие было под уровнем. И сегодня, если открытие произойдет в районе 122 долларов, это будет довольно-таки неплохой сигнал для спекулятивной шортовой позиции. Притом надо не забывать, что стоп-лосс обязательно поставить. Стоп-лосс я бы на вашем месте, на своем уж точно, поставил бы за хай этого бара порядка 131 доллар. И не забыть, конечно, и тейк-профит тоже. Поэтому обратите внимание на эту компанию для короткой спекулятивной продажи. Ну и не забывайте каждый день делать домашнюю работу по отбору интересных инструментов и торговать, конечно, в компании Gerchik & Co. Потому что данная компания доступна и как акции, и как CFD, например, в MetaTrader 4 и 5. Здесь тоже это все присутствует. Поэтому торгуйте либо в Gerchik Stocks, где огромный список инструментов, либо как CFD на эти инструменты в MetaTrader 4 и 5. Ну и не забывайте, как я говорил, про стоп-лосс и тейк-профит. Удачи вам и прибыльных сделок!